Киса, киса. Настоящей кисы у нас нет, есть только такая. Эй, Климка, киса как делает? Мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу. Всем привет. Вот только что пришла к родителям во двор на шашлыки долгожданные. Ничего, кроме шашлыков и овощей, у нас сегодня не будет. И пиво. Катя. Чё? Чё мы подаем? Ну, я не знаю, он долго будет же ехать. Вау! Сколько ты мяса. Ты снимаешь видеоблог? Да. Ваня впервые в видеоблоге. Ура! Ребята, впервые вот смотрите. Смотрите, на что уронил лук. Вон сейчас я его зарежу. Сейчас Саша меня зарежет. Ну, молодцы. Че, когда будет готов? Ага, когда? Когда видеоблог выйдет в интернет, мы уже сожрем это все. Не, так не открывается. Есть открывал? Так, ладно, пошла я за Клима. О, привет, Клим. Пойдем. Тут жарко, пойдем? Жарко-жарко, пойдем. Анфиса, несчастная собака. Анфис. А вот еще одна несчастная собака бегает. Все собаки несчастные. И такие вонючие. Вот, наконец-то мы кушаем. Снимаешь? Да. Ага. Короче, не высоко. Наивкуснейший шашлык. Саня, молодец, респект. Постарался. Когда вы... до 3 часов ночи резал мясо. Когда выложишь, скажешь, мы лайк. Да. Ромушка мой бедненький. Он с гипсом. Покажи гипс. Мой золотулечка. Маргарита! Отведи ловушка. Мы кушаем. Мам, вкусный шашлык? Ой, он вообще что-то вкусный. Что-то вкусный? Там ты какую палку кушаешь? Сколько у вас сайта рецепт? Мам, сайта... ты какую сайта палку по счету кушаешь? Молодец. Вот папа. Вот Климка. Клим, привет. Майонез не надо сюда. Анфиса, кто? И крошка. Вот я, вот моя тарелочка. Ну все, приятного аппетита мне и всем. Ты что, язык прикусил? Ну? Я мазохист. Такой вкусный шашлык, что Саня язык прикусил. Не знаю, это не Рёма. Саня, она сказала. Ну да, но он не Саня. Ваня, ты... Давай. Что, спать тебе неохота? Катя, я не буду лайкать твои видео, понимаешь? Молодец. Ты и так этого не делаешь. Ну, видимо, ты в последний раз начала часто выкладывать. Я не успеваю следить. Ни одно мыло оповещение не приходит. Почему? Ну, надо... Настройте да, рассылку по e-mail. Да, да, да. Я по сайту добавил новое видео. Еще раз бам. Смотри. А где ты? Ну я склянки отбила уже. Не, нормальное место, реально. Клим, бам, бам, дед делает бам. Да, нет, я тут не почувствовал. Саня, вообще с бараниной тяжело вот там. А? Да, да, да. Клима, сам можешь? Это как его? Лев. Который бабушке ездил. А, Бонифаций. Бонифаций. Говорит, Бонифаций. Ты почему опоздал? Он пригорашивался. А что он такой пушистый? Ну, что здесь? Я не хочу участвовать в своем блоге.
серию. Иди пожарь шашлык, я поснимаю. Иди пожарь шашлык, я поснимаю. Козелворек, козелворек. Вот горит костер для шашлыка. Да? Давай спиной. Вот процедуры, пожалуйста. Все есть. Климка наконец-то уснул. Чуть-чуть поздновато, конечно. Но я так думаю, что у него еще будет время устать. Мой сладкий Синошка еще спит. Я бы тоже, конечно, поспала. Но уже поздновато. Потом опять. Хотя мы, наверное, так и будем сегодня до 3 часов не спать. Без 27. Шашлыка чуть-чуть поела. Ой, вторую партию готовьте. Наела. Чай хочу. Потом, ой, я его не уложила в коляску, потому что на улице очень шумно, и там он точно бы не уснул. Он так-то... Я его на руках-то еле-еле как укачала. Если даже я бы его положила в коляску, он бы сразу проснулся бы. Кто дольше? Юсик, папе, ладно. Пап, Юсик, да, папе. Он не сдастся, не сдастся ни за что. Все, папа сдал. Да что ты будешь делать? 6-5. Мы проигрываем. А мы выигрываем. Ура! Папа, папа, ты снимай ровно. Это Катя чуть не пострадала. Иди, моя крошка. Тебе понравилось? Себя тоже сними, чтоб ты снимала. Улыбочку в два зуба. Молодец. Давай снимай тебя. Давайте скажем, какая? Екатерина не... Гостеприимная? Да. Так, говорит, пожрешь, и все. Вот тебе чай, вот тебе салфетка. Вот, пойдем, пожрем, пожрем. Все уже готово. Тихо. Рви рубашку. Ну, это же не говорит о моей негостеприимности. Как это? Я опасаюсь, как есть. Рубашку рви, клади на стол. Ты опасаешься казиной негостеприимности? Ой, чаек. А тем, кто водку пьет, тем чай не наливают. Видишь, сколько в нем харизмы. Я сами жрать не могу. А жрать не могу. Нет, ты сами жрать не можешь, а он может снимать. Моя? Турнир по пинг-понгу. Кто победитель? Кто лучше китайцы? Чего так мало поел? Давай еще. Вот. А сколько в день Клим съедает борща? Кастрюлю борща. Сегодня первый раз он попробовал борщ. Патина. В смысле? Крем борщ. Целый день только о борще и говорим, как будто ребенок одним борщом питается. А солянка бывает такая? А бывает крем-солянка? Нет, не бывает. Бывает еще суп со звездами. Харчо, да, кстати. Там супчик. Ну пойдем, стал сидеть. Пацан. Как объяснить мужчинам, как тебя обрать? И как не объясняй бесполезно, сколько не показывай. У нас сегодня вместо няньки реальные пацаны. Держись.
Мы собираемся купать Клима и укладывать спать. Всем пока.